Кемеровской области 600 семей смогли решить свой квартирный вопрос благодаря специальной жилищной программе. Квартиры в домах, построенных за счет местного бюджета, сдаются в аренду молодым специалистам по льготным ценам. Так, стоимость аренды двухкомнатной квартиры составляет всего 2000 рублей в месяц. И как к этому отнеслись молодые семьи? Переезд из съемной однокомнатной квартиры на окраине Кемерово в трехкомнатные апартаменты стал возможен благодаря Кузбасской программе по строительству так называемых доходных домов для молодых специалистов. Дома построены за счет областного бюджета. Низкая арендная плата позволяет снимать жилье десяткам молодых врачей, учителей, ученых Кузбасса. Сначала снимают жилье в одном доме, а потом раз и переезжают в собственную квартиру в соседнюю высотку. Детям не приходится менять детский сад и школу, а родителям привычный маршрут на работу. Как и многие, не верили до последнего. До последнего не верили, что мы тоже думали, что может быть где-то что-то по блату. Да, и вот... Положа руку на сердце, говорю, нет. Я считаю, что... Программа работает, честно скажу. Помимо квартирного вопроса, Кузбасская программа по строительству доходных домов решает и демографическую проблему. Молодые семьи чувствуют себя уверенно и не боятся заводить двух и трех детей.